Фугу. Я же говорила, что я запугу папу. Правильно. Так. Красавчик. Нормально. О, какая. Что это? Макрель. Макрель. Ждем капитана. Сейчас пойдем на рыбалку с яхтой. Выходим в море. Ищем рыбное место, надеюсь, найдем. Начинаем рыбалку. Оживляем. Пока еще не клюет. Фотоаппарат. Вы есть. Первая рыбка. Тянем рыбки или рыбку. Сейчас будет прикол, если я опять убежал. Нет, кто-то есть. О, хороший. Хороший? Да. Да, хорошенький. Так, ребята, ловим, ловим, ловим. Нормально. Гости придут, да? Ну да. Да. Маме надо привезти. Есть хороший такой. Вон, Саша, он тоже кого-то тянет. Так, второй тоже тянет. Тоже нормально. Так, вот это уже на рыбу похоже. Есть, по-моему. Ну, маленький. Ну что? Я хочу жменю выпить. Хорошо. Клюют одновременно. Посмотрим, кто сколько вытащит. Ну он, по идее, раньше. Что-то большое, походу. Вы хоть по одному ловите, я снимать не успеваю. А не, нормальный, Саша. Так. Хороший. О, кто-то покрупнее вроде. Смотрим. Две штуки. Две. Дуплет. И хороший дуплет. Да, как две руки. Опа, Сань, на искусственного. Молодец, вау. На искусственного червя. Смотри, какие хорошие. Еще одна. Или больше. Одна. Ну какая? О, сегодня крупняк идет. Вот, о, бля, слышь, поймали. На искусственного. Вау! На искусственного человечка. Где-то вот такой цепь я видел. Да, ну. Что-то тяжелое тянет. Сейчас посмотрим. А не, не фугу. А не, фугу и такая. Фугу и рыбка. Вот такая вот фугу. Надулась. Так, руками фугу снимать можно, Саша? Ну, можно, конечно. Но не нужно. Главное, в рот не совай, а то откусит палец. Слышь, такая бомба вот была сейчас. Хорошенькие. Главное, палец вот запал, да? Пару снимал, снимал, а потом раз коммунист, и он мне это... Два пальца поранил. Если что-то уж экстравагантное попадется.
зарядку дадим сейчас. Есть что-то? Да есть дуплет. И хороший дуплет. У тебя все время дуплет. Смотри. О, другая рыбка. Какая? Саня, у меня другая вообще-то была. Саша. Да? Ага, он настоящая барбуня. Это и есть барбуня. А то, что с длинным хвостиком, это санфанарь. Да. Катя поймала, покажи. Пошу, о, да. Молодец. Да ну билетик, братья. Да. Еще одна. Не, Сань, все же я поменяю. Ага. Вот двух крючков нет и не так клюет. На новую Сабике, конечно, клюет лучше. Это я. Фугу. Я же говорила, что я запугу как-то. Правильно. Большущая фугу. О, кстати, ушла. Ого, кто там так? Трое. Три. Три. Красавчик. Нормально. Раз пошла такая. На уменьшение. Верхняя большая, средняя маленькая. О, какой хороший. Толстенький. Вон сколько уже. Да сколько там. Еще. Красота. Парус. Какая? Что это? Макрель. Хорошая, как селедка. А папа чемпион. Класс. Так, что-то тяжело идет. Интересно. Такая тук-тук-тук-тук поклевка. Непонятно. Да макрель. Нет. А, да, макрель. Ух ты, опять такая. И макрель. Только не одна, а две. Значит, их стая снизу. Две макрели? Нет, одна макрель, другая этот. Санфа. Да, ловим. А вкусно это? Может кинуть? Да. Эта рыбка вкусная? Очень. Опа. А лучше будет, чем санфа ваш. Угасил. Крупнее всех. Тянут без перерыва. Не успеваю камеру включить. Причем одновременно. Так, кто раньше? Ну, обычная большая обычно. Опа. Тяните. Нормально уже. Тут ведро, там и там. Всех рыбой. Второе. Третье. Пока что это ведро ведет. А ты пока чемпион. Дай бог еще есть заставит. Вон медуза пошла. Вот еще одна. Молодец. Мы пока сидели, кушали, место поменяли, и вот еще одна. Так, что-то большое. Не видно еще? Есть, да, неплохой. Как и все. А?
Нормально. А хоть поклевку услышал, то. Что пожарить уже есть. О, хорошая. Выглядит точно как селедка. Размер хороший. Вон яхта идет. Тянет. И он тянет. Да, кого-то есть. Кто-то есть. Две дуплет. И неплохой дуплет. Причем разные. Саш, у тебя есть что-то? Кто, хищник? Вот она и цип-сип-сип-сип. Снимай. Две разные макрель и санфан. Молодец. А, три даже, не заметил. Три, три. Ты знаешь, что 90% удачи зависит от власти. Из пяти крючков три рыбы. Таня, у меня тоже что-то есть. Так. Еще не знаю. А не, опять то же самое. Да. Один неплохой. Хороший такой. Ну это ну, этот. Нормально. Как я. Хорошие какие. Это один с сальфоном, вторая пробуни. Еще и разные. Как разные? Разные, а? Один такой должен быть. У меня тоже самое разное. Молодец. Неплохой. А, видишь, опять это. Барбун? Да. Теряли тапок, сейчас будем ловить бугром. Будешь работать или нет, потому что снимать видео. Где он? Там. Достаешь? Сюда, 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 перейди, сюда. Ну, Миш! Еще раз трубку. Заходим на марину. Волны какие. Зашли на марину. Мишин лов. Ну это мое, я просто помню, что я доставал и смотрел, какая больше, какая меньше. Не вопрос, Миша.
Папин улов. И Сашин улов. Вот итог. Все, что наловили.